Всем привет! С вами китаец. Давайте даже включу музыку с Варкрафта, чтобы было красивее. В общем, сегодня я вам поведаю историю и информацию о том, что вышел новый рейд недавно, да, там какой-то горнило штормов, в общем. И, в общем, вот оно. И там новые охуевшие шмотки. В общем, был я вчера на арене Завара, играл в МП и вышел на сетап Рестер Шаман, Ретри Паладин и Армс Воин. Значит, у Ретри Паладина и Армс Воина, так скажем, они были в новом рейде. Да, и у них было великолепное оружие, которое абсорбит столько урона, что воины, дамагеры, перехиливают своего хила на арене. А хилу не нужно хилить и кастовать вообще. Это оружие называется Трезубец Океанских Глубин. Собственно, дальше вы увидите все сами. Я покажу вам просто вырезку из стрима, где в Details, то есть аддоне, который показывает сделанный хил дэмэдж там за арену. Просто показывается, кто сколько чем нахилил, там чего как. То есть Армс Воин нахиливает по 800 тысяч за 2 минуты арены, там Ретрик перехиливает вообще своего шамана, как нихуй делать. Шаман делает там 3 каста за бой и так далее. Просто наблюдайте. Это пиздец. Типа, Играешь с это клептой? нормально, то, что я нахилил 2,85, Ретрик Да. нахилил 993, Шаман нахилил 763 в этой игре. Это вообще законно? Да, там Ретрик перехилил хила. Пиздец, блядь. Я не хочу в это играть, нахуй. Дерьмо ебучее, блядь. Пиздец, Ретрик нахилил больше, чем, блядь. А, у него алмазная преграда, еще здесь пацан играет с алмазной преградой, с Это этой хуйней, нахуйня. блядь. Идите нахуй с этой игрой, пиздец, просто, Преграда блядь. хуйня, она всего 100 тысяч напрокола. В Ну, среднем по блядь. 1500 написано, она абсорбила. Ну, как бы лишних столько, это тоже дает все знать. Просто не должно быть такого. У тебя есть игры, ты должен жить за счет этих. У тебя есть класс, который ты должен играть. Ты не должен выигрывать на своем классе за счет, блядь, ПВЕ шмота на арене. Это ПВП, блядь. И великое благословение королей. 205 тысяч. 15 флеш. Пацана. Ну, блядь, сойтись. Убираем, блядь. Это слишком жесткие абсорбы. У Вар еще тринка на абсорб своя. Угу. Не заебался этими против этих абсорбов играть. Блин. Заебись. Еще оберег, да. Ну там оберег этот 43 тысячи. Это по сравнению с 506 вообще понял, блядь. Шаман ни одного каста на хил не сделал. Не сделал. Подожди, если ошибаюсь, нахуй. Сделал 3, нахуй. Все, Че там по-моему. по рейдам интересно? 3 каста пацан сделал за арену. Быстренькие, чисто лайтовых по Горнило 40-ушке штормов, накинул, там чисто блядь. Если по фану, Blizzard блядь. все хуже, блядь. Ебаный Blizzard всякую хуйню придумал. Да не, если вот так выпускаешь такие тринкеты, надо изначально делать, чтобы они PvP работали на 50%. Абсурд. Играешь, ебать, всю жизнь в эту игру уже 10 лет на 2200. Тебе прокает тринкеты, ты просто идешь, играешь 2400, 2500, снимая blind century. Не знаю, что, блядь. Сенчери не снимает блайн. Ты играешь на 2400+. Мне не нравится, что шаман не кастует в этом бою, как будто вернули те времена, когда они одной быстрыми поднимали. Да, и он не кастует, он просто пуржит тебе, блядь. Да хуй ему кастовать, что тогда, блядь, 500 тысяч, блядь, абсорбит тринкет, нахуй. Ну да, если он ему хилит особо некуда, блядь. Там ебаный шаман, на фоне ебаного шамана, ебаный тринкет почти весь мой дэмэдж закрывает. Ну, у него 800 тысяч, блядь, из которых 500 тысяч типа абсорбит, грубо говоря, тринкет, то есть у нас один маш, то я там, блядь, не ну, знаю. 500 заабсорбил тринкет, и паладин прохилил в него вспышкой света 319. То Ну есть вот, это больше, чем я, наверное. Весь свой дэмэдж, да, был просто перекрыт. То есть Охуенно. ты просто был выключен с этой игры. Я просто парень не берем. Я вот это убил сюда, что я кущу. Да. Играем, пацаны, охуенно.